Всем привет, дорогие друзья! It's Away, мы продолжаем играть в Shape is Io. Сегодня будем делать грязь. Нам нужно сделать две новые формы, которых у нас еще нигде не производится. Одна вот такая вот волшебная, а вторая вот такая вот волшебная. Вот такую волшебную мы уже почти можем сделать, мне так кажется. Потому что у нас есть... Ян, тут есть-то, господи. Здесь у нас есть вот эта штука. Вот она. В которой, кстати, не хватает желтых кружочков. Вот это внезапно. Вроде с желтыми кружочками все было хорошо. Вообще желтый цвет, кстати говоря, подошел к концу. Не? Может быть, он не подошел к концу, но что-то прям не очень хорошо. Прям с красным проблемой, я смотрю. А что если мы возьмем, да по-жесткому, так прям, где у нас тут, ротейт. Нам сюда красный надо подцепить. Ну возьмем прям вот как надо все. Так. Ну вот так, и прям жахнем сюда еще красного. Прям что под души. По идее, это должно хорошо сказаться на желтом. Так, чисто гипотетически. Так, а мы, кстати, здесь желтый производим. Да, мы здесь желтый производим. Желтый мы здесь производим. И желтого мы здесь производим очень дохрена, насколько я могу судить. Угу. Так что мы можем этот желтый отсюда, кстати говоря, забрать. И куда-нибудь вот сюда притащить. Правда, непонятно, нужен он нам здесь в таком количестве или нет. Так, ну и класс, бля. Это я отвлекся. Здесь у нас производятся красные штуки. Красных штук у нас производится до хрена, они нам не нужны. Вот с желтыми кругляшами проблема. Так, давайте посмотрим, не надо ли нам что-нибудь здесь заапгрейдить. Я думаю, что, кстати, надо. Да, мы можем вполне себе вот эту вот штучку прогрейдить еще. Например, так. Например, вот сюда. Так, желтого все равно прилично остается. Но можем грейдить ее еще, в принципе, и дальше. Если очень сильно захотим. А я думаю, что мы, наверное, захотим. Давайте-ка мы еще ее загрейдим. Так вот прям будет хорошо. Так, вот так будет хорошо. И это хорошо мы запихнем вот сюда. Так, тогда мы сможем отмасштабировать и вот этот кусок. Тогда здесь все тоже будет прекрасно. И мы можем его выделить вот посюда, например. И отмасштабировать, опять же, например, вот посюда. Так, давайте прям по жесткому масштабируем вот до сюда, наверное. Хотя можем и до конца, что нам, в принципе. Что нам париться? Ну, будет хватать, будет, не будет, не будет, пожалуйста. Так, теперь у нас побольше всякого здесь производится. И нам нужно, чтобы получить вот такую форму, нам вот на это теперь надо сверху приклеить белую звездочку. А что такое белая звездочка? А, я знаю, что такое белая звездочка, да? Или просто обычную звездочку нам надо присобачить. То есть, если я на вот эту форму сверху приклею еще одну звездочку, что произойдет? Здесь же нет маленьких каких-то звездочек. А, ну хотя. Блин, как это выглядит? Ну-ка дайте посмотреть. Так, красный, на которую сверху. Ну, блин, ну это точно такая же звезда, как вот эта. Ну так, то есть нет здесь какой-то другой волшебной звезды. Да, и просто такой формы нет. То есть по факту получается, что мне надо взять... Где у тебя тут звезды? Это, кстати, звезды закончились. То есть мне надо взять звезду, смешать эту звезду с белой краской и положить сверху на вот эту херню.
Да? Ну да. Получается, что так. Тогда нам имеет смысл ее сюда сейчас не примешивать. Нам имеет смысл ее дальше вот сюда дотащить. Так, примешаем мы ее, наверное, где-то вот здесь, я думаю. Так, иди куда-то сюда, вот здесь мы тебя примешаем. Так, все, сюда можешь заходить. Так, где-то здесь я видел звезды. Прям уже готовые звезды мне где-то попадали здесь. Надо только вспомнить, где. Так, это куски звезд. Вот они. Так, вот они, готовые звезды. Вот эти готовые звезды я хочу использовать. Так. Я бы хотел использовать их вот таким образом. Так, теперь надо понять, что нам дальше с этим делать. То есть нам надо сделать объединение. Объединение нам надо сделать где-то... Можем сделать, например, вот здесь. То есть ничего нам не будет, если мы сделаем его вот сюда. Только надо его сюда притащить сначала. Так, на что бы его притащить... А чтобы его притащить, да еще и по-нормальному, надо как-то вот отсюда это забрать. Так, давайте попробуем для начала. Так, возьмем одну такую хрень. И... Так, и... Как-то вот сюда протащим, например. Так, в итоге у нас через звезды. Но... Как бы, да, других звезд здесь не наблюдается, по крайней мере. Так, теперь нам надо сделать объединительную хрень, для того, чтобы из них получить нормальную форму. Для этого нам нужен еще такой же заводик, который у нас здесь уже есть один. Вот он. Так, мы его берем, копируем, оставляем здесь место для масштабирования и можем прямо сюда его и прихерачить второй. Или разместить, может быть, даже лучше под ним. Только со смещением на один ряд. Вот так вот. Хотя... Блин, вот не знаю. Или прямо вот здесь вот его сделать. То есть в обратную сторону. Отсюда забрать детали. И если что, мы потом сможем... Блин, но это все равно будет некрасиво. То есть если я хочу сделать красиво, то мне надо располагать его где-то вот здесь. Тогда выходные клапана пойдут нормально, вот это вот все. Ну, давайте расположим здесь пока. Пока. Если что, перенесем. Так, если что, перенесем. Значит, нам теперь надо загнать сюда две формы. Одна у нас будет сверху. Так, сверху у нас будет белый... А, бля, еще покрасить надо. Что-то я забыл совсем, что ее еще надо покрасить, перед тем, как ее дальше что-то тащить. Так, не, ну, в принципе, это тоже не вопрос. Так, она же должна быть белая. Да, белая должна быть. Так, значит, мы берем весь вот этот покрашенный цех целиком. И сюда его копируем. Так, а если мы скопируем сюда, то прям даже я... Ну-ка, уберись отсюда нахер. Так, уберись отсюда нахер. Допустим, я его скопирую вот сюда. Так, здесь у нас должен заходить цвет, здесь у нас должен заходить ресурс, материал. Так. Так, материал поехал. Так, цвет. Так, цвет поехал. Я думаю, что только белого мне будет не хватать, но если что, мы будем подпитывать на шину немножечко себе белого постоянно. Так, получились маленькие-беленькие звездочки. Прекрасно. Так, теперь эти маленькие беленькие звездочки. Я думаю, что мы прям можем и вот так вот через пару кружочков тащить это где-то вот здесь. Так, маленькие беленькие звездочки. Нам надо теперь запихнуть куда-то сюда. Они должны накладываться сверху. Поэтому маленькие беленькие звездочки у нас должны заходить вот сюда. А вот эти вещи накапливаются... Сверху не должны, поэтому мы здесь делаем ответвление. Я надеюсь, что сработает.
Так, и запихиваем сюда. Сейчас посмотрим. Да, вроде работает. Так, что хоть одна дойдет сейчас, посмотрим. Да, работает. Так, это у нас предостаточно. Не хватает у нас по факту вот этой штуки. А если мы так в порядке бреда сделаем... Ну, допустим, что вот это вот у нас основная, а то, что останется, пусть идет дальше. Например, вот так. Так же будет работать? Да, так будет работать. То есть тогда у нас получится основа здесь прекрасно себя чувствующая. А все, что лишнее, просто уходит, и все. Мне кажется, так нормально. Только я хотел бы сделать чуть-чуть посимпатичнее. Чтобы, так сказать, зеркально было. Так, ну теперь у нас проблема. Теперь у нас проблема. У нас проблема в том, что нам надо на один конвейер запихнуть. А почему нам надо запихнуть на один конвейер, на самом деле непонятно. Потому что по факту мы можем просто сделать вот так. Только, наверное, не так, а вот так вот надо было делать. Так. Буду делать вот так и сразу, наверное, вот так. Так, тогда можно отбалансировать сразу на несколько ерундений. Так, ну и в принципе можно дотянуться до хаба и подключиться сбоку, кстати говоря, сделать еще одну линию. Что тоже, кстати, никто нам делать не запретит. Я думаю, что мы можем такое себе позволить. Так, затянем сейчас еще одну линию сюда. Вот сюда ее подключим. Так, на одну линию больше работать должно быстрее. Ну, по-моему, изрядно быстрее. Если мы еще сейчас какой-нибудь вот такой вот балансировщик туда запихнем, то в две стороны работающие, будет вообще прекрасно. Так, ну, нормально. Вот это, кстати говоря, можно было разобрать. Можно вместо этого еще одно сделать. Вот это можно разобрать, это все не нужно. Так, скоро, кстати говоря, ну, относительно скоро. Если бы я эти штуки не забирал, было бы совсем скоро, но так как я их забираю, будет не совсем скоро. А может, пока их дожать... Дожать, чтобы были конвейерные ленты побыстрее. Давайте дожмем. Потому что эту штуку мы установим обязательно. А вот конвейерные ленты побыстрее. Они могут нам очень много всего полезного дать в плане скорости. Поэтому давайте сделаем так. И опять у меня проблемы с красными звездами. То есть красного дохрена звезд нету. Так, а если я сделаю формат подключения не так, как я делал изначально, а, например, на 50% мы подключимся через тоннель. Но я, наверное, столько не дотяну. Да, он дотянется максимум вот сюда. Не, ну, в принципе, это тоже неплохо. Давайте попробуем. Так, потому что так это должна быть дополнительная линия аж на 4. То есть 4 он должен пропустить. Должно стать побыстрее. Причем так прилично побыстрее. Ну, в принципе, стало. Не сказать, что прям запредельно, но стало.
чуточку побольше стало доходить. Может, сюда звезды притащить? У меня же там есть лишние звезды. Притащить их обратно. Интересно, сколько здесь... Насколько здесь сложная форма будет дальше. Потому что, по идее... Через какое-то время я споткнусь на то, что надо будет слишком дохрена всего, и у меня превратится все в сопли. Ну, не факт, может быть, не превратится, не знаю. Пока не вполне понятно. Блин, ну это еще очень долго ждать. 27 тысяч. Так, ну можно пока вот этим заняться. Пока можно заняться вот этим. Ну, им бы, конечно, лучше было бы заниматься... Когда у нас будет уже слайсер на 4 части. Потому что так красить было бы гораздо проще. Чем вот это вот все. Так, а как можно это дело упростить? Вот это, кстати говоря, почти доделалось. Мы можем разрезать сферу. Нет, разрезать сферу, кстати... Хероватая мысль. Мы можем взять куски, которые у нас уже здесь есть. У нас же есть порезанная сфера, которая практически не используется. Вот она. То есть мы можем распотрошить вот эти вот куски сферы, собрать из них нужного нам Франкенштейна, наклеить на него сверху звезду и вообще не париться. Так, слушайте, я думаю, что мы, наверное, так и сделаем. Пришло время. Пришло время вот этого маленького гумогордого цеха. Так, вытаскиваем его сюда. Вытаскиваем его сюда. Так, и куда-то вниз его отправляем. Так, это запихиваем сюда, это запихиваем сюда. Так, теперь сверху. Так, сверху. Ну, в принципе, такая же история должна быть у нас сверху. Так, это у нас идет сюда. Бля, что я делаю? Так, это у нас идет сюда, а это у нас идет сюда. Довольно интересно, кстати, получилось. Так, значит, кусок. Вот этот кусок, почему-то его всегда меньше. Непонятно почему. Так, значит, вот эту хрень нам надо сюда дергать, а вот эту хрень надо дергать вот сюда. Так, вот у нас получились кусочки сферы. Здесь у нас разобранная сфера, теперь эта сфера неразобранная. Ее надо дохерачить, я даже не знаю куда. Нам нужно будет несколько покрасочных камер. И плюс нам нужны будут звезды. Которые мы сверху положим, а звезды должны быть еще и зеленого цвета, добавок ко всему. Но, в принципе, зеленый цвет будет проще получить локально, конкретно для этой задачи. Я думаю, что я не буду сильно заморачиваться. Так, давайте-ка мы, знаете, что сделаем тогда. Потому что пока я тут не запутался, а я уже запутался на самом деле. Так, давайте мы отхреначим. Вот так. И пусть оно все-таки будет, как я изначально запланировал. Потому что не так уж здесь далеко, пусть они одновременно копятся, может быть, это даже раньше накопится. Так, плюс отсюда у нас идут звезды. Чтобы нам не геморроиться с формой звезд, я думаю, что здесь мы эти звезды использовать и будем. Значит, сюда куда-то нам надо притащить вот эти штуки. Вот они. Всю эту хреновню. Нам надо притараканить вот туда. Где мы можем ей воспользоваться? Вот здесь вот, я думаю, что мы можем воспользоваться, вообще не вопрос. Так, давайте вот сюда ее притащим. Так, это у нас запчасть номер один. Запчасть номер один, которая должна быть красная. Ну и что, будем туда ее отправлять? Или ну и в жопу? Вообще красный цвет у нас есть вот здесь. Мы можем локально достать красный цвет отсюда. Но вот белый локально мы отсюда не достанем. Так, ну ладно, давайте тогда сделаем вот так. У нас 4 куска этого говна. Так. 4 куска говна. Так, теперь нам надо дотащить туда
вот эти штуки. Так. Давайте сделаем это. Так, сделаем это, сделаем это. Так, и затащим сюда. Так, нет, затащим сюда. И что-то у меня тут получилось не то. А, ну да. Логично. Так, должно быть вот так. Теперь тут, конечно, правда, тотальный ахтунг получился из-за вот этой хуйни. Так, а давайте мы немножко ее уничтожим, а то я реально не понимаю, что-то происходит. Так, все, теперь нормально. Теперь понятно, где здесь какие детали. Так, ну что ж, теперь нам надо организовать покраску частичных деталек. Нам нужно две покрасить в красный. Две детальки нам нужно покрасить. Вот, кстати, есть красный. Так, у нас есть покрасочный цех, специально обученный. Так, ну давайте берем специально обученный покрасочный цех. Разворачиваем его. Так, и откуда-то надо теперь начать, чтобы было красиво. Я даже не знаю, правда, откуда начинать. Так, здесь у нас масштабируемое одно производство. Ну, давайте начнем вот отсюда. Так, ну, откуда-то вот отсюда. Так, это у нас будет раз покрасочный красный. Это у нас будет два покрасочный красный. А это у нас мог бы быть три, но сюда не влезет. Так, теперь нам надо наделать всякого белого. Белый цвет у нас, кстати говоря, с другой стороны заходит. Но нам надо желательно, чтобы они все были примерно в одной паре, поэтому давайте белый и белый. Таким образом мы получим детальки, которые у нас будут раскрашены в красные и белые. На это нам надо будет налепить зеленую звезду. Зеленую звезду нам надо будет налепить. Для этого нам нужен будет зеленый цвет, как несложно догадаться, и куда-то место, куда его запихнуть. Так, ну допустим. Здесь мы можем поставить сплиттер на звезду. Так, поставить сплиттер на звезду и сюда его запихнуть. Так, хорошо. Теперь надо будет сюда как-то притаранить зеленый цвет, либо локально его добыть. Я думаю, что мы будем его локально добывать, потому что тащить его через всю эту нахрен не надо. Так, добудем вот здесь вот немножечко локального зеленого цвета. Так, здесь мы его добудем, и давайте сразу поставим туннельчик. Опа. Так. Зеленые звезды готовы. Так, зеленые звезды готовы. Теперь надо разобраться вот с этим совсем. Во-первых, нам нужно... Так, где тут у нас белый цвет идет? Белый цвет у нас идет вот здесь, и с белым цветом сейчас будут проблемы. Ой, господи. Так, нам надо раскрасить две детальки в красный, две детальки в белый. Так, давайте для начала возьмем отсюда красный. И сверху его тогда погоним. Так будет логичнее. Потому что красный у нас локально есть, мы его локально отсюда и выцепим, значит. Раз-раз, так, раз-раз, раз-раз, раз-раз. И много красного будет. Так, раз-раз-раз. Так, все это дело мы соединяем зверски. Зверски соединяем все это дело и вытаскиваем его куда-то сюда. Причем, я думаю, что мы как раз двумя линиями его и вытащим. Вот у нас теперь есть две красные краски здесь. Так, две красные краски. Ну, одна красная краска идет вот сюда. Так, это у нас будет одна красная краска. Вторая красная краска у нас идет... Я хочу ее отправить вот сюда. Ну и пусть она сюда идет. Мы потом туннелями подключим все остальное. Так, что ты, блядь, делаешь?
Что там творишь, морозина? Что ты творишь? Так, она же не будет, да, так работать? Из-за того, что я не то туда запихнул. Блять. А можно это как-нибудь в трешак запихнуть? Так, а вот этот трешак можно запихнуть? Слушайте, походу сработало. Блин, какая хорошая игра. Так, прекрасно. Значит, у нас есть два красных. Теперь нам надо к ним цепануть два тоннеля. Это будет тоннель номер один. Так, вот так только он должен быть. Так, это будет тоннель номер один. А это, по идее, должен был быть тоннель номер два, но непонятно, зачем тут тоннель. И вот здесь, кстати говоря, тоже хотелось бы сделать... Хотелось бы сделать вот так. О! Так. Тоннель на всякий случай сделаем. Так, теперь что мы красим в красный? В красный мы красим противоположную. То есть левый верхний и правый и нижний. Так, левый верхний. Вот он. Левый верхний, правый нижний. Правый нижний у нас неудачно пошел. Так, ладно, начнем с левого верхнего. Если что, мы их по-другому переложим оттуда. Так, и правый и нижний. А, так, здесь вот так вот надо делать. Так, левый верхний, правый нижний. Но здесь уже не подключится. Я думаю, что мы, наверное... Правда, что можем сделать? Не, ну, в принципе, что-то мы можем сделать, наверное. Та-та-та-та-та-та-там. Хорошо, чтобы их хорошо подключить. Ну, это прям задолбаться надо. Так, ладно. Есть у нас вот такая деталь. А где вторая деталька? Так, одна деталька есть. А старая деталька что не так? А, потому что здесь... Понятно. Я понял, чуть-чуть не так с старой деталькой. Блин, ну это придется прям... Так, а здесь почему не сработало? А, здесь сработало, я понял. Так, я понял. Так, это надо немножко просто продлить. Так, значит, мы ставим временный трешняк. И в следующий раз будем повнимательнее чуть-чуть относиться. Так, все, две детальки эти у нас готовы. Теперь нам надо запитать... Во-первых, вот эти хрени две. Так, ну допустим, вот эту я могу просто утащить вниз. А вот эту я могу утащить вниз и вот так сделать. И тогда отсюда поставится вот так. И все, и проблема, в принципе, наша решена. Так, теперь две другие детальки. Вот они, две другие детальки. Значит, одна такая деталька должна быть подключена вот сюда. А вторая вот сюда. И осталось подать сюда белый цвет. Да? Белый же нам нужен. Да, нам нужен белый цвет. Ну, давайте возьмем белый цвет. Так, белый цвет. Давайте, кстати, подумаем, как мы его будем подавать. Я думаю, что подавать мы его будем... Бля, не то. Так, где у нас там штука-то... Так, ну допустим, один у нас пойдет отсюда, а второй у нас пойдет вот отсюда. Так, у нас будет раз белый цвет, два белый цвет. И сюда, соответственно, как-то вот так вот мы сюда подключим, а здесь поставим вот такой вот разделитель. Ну, не знаю, насколько это хорошая идея, но допустим. Так, отлично. И забираем сюда белый цвет. Я не думаю, что это будет какая-то ахтунговая производительность. Конечно. Ну уж что есть, то есть.
Так, теперь все это дерьмище нам надо запаять в одно. Зеленые звездочки и вот эту вот хрень. Да. Это прям проблема будет, слушайте. Так, ну ладно, берем для начала вот это. По-любому там потом будет что-то, что позволяет объединять сразу кучу. Так. Но нам, наверное, надо вот сюда. То есть нам надо объединить... Блин, даже не знаю. Слушайте. Че? Подождите, это правильно? Тот рецепт. Это не тот рецепт. Это не тот рецепт. Так, а где тот рецепт? Так, ну вот у нас объединительная дребедень. Прям объединительная дребедень, как она есть. Так. О, вот это вот уже другое дело. Так, ну, давайте предположим. Раз. Они, правда, больше время места занимают. Не, ну если я так буду делать, у меня никогда в жизни не войдет. Так, мы объединяем раз детали, потом прицепляем к ней вторую деталь, третью деталь и четвертую деталь. То есть получается так. Правильно? То есть сначала мы берем две вот такие детали и объединяем их. Так, на выходе у нас получается такая вот штука. Блин, вот теперь вопрос, как ее вернуть назад, эту штуку. Потому что нам теперь надо к ней присобно... По-хорошему надо разворачивать вот эту дребедень. Потому что тут без вариантов. То есть это должна быть такая циклическая хрень, которая должна упираться одна в другую. Так, и вот так вот мы сделаем плюс... Присобачиваем к ней вторую хрень. Так, вот мы наделали еще такую штуку. Можно было бы сделать 2-2, ну, как-то ничего бы не изменило, в принципе. Так, ладно. Теперь нам нужно... Блин, теперь нам нужны объединители, но немножко другого характера. Так, вот такие нам нужны объединители. Так, пошла у нас вторая жара. Теперь нам надо вот к этой штуке приканифолить вот такую штуку. Так, забираем отсюда соединители. Так, и в итоге у нас получилась нужная нам шарообразная хрень. Так, с белыми, да, с белыми. Теперь нам к этой шарообразной хрени... Надо прифигачить вот эту вот зеленую дребедень. Здесь такая же история у нас. Мы ее разворачиваем в другую сторону. Подключаем сюда. Так, что-то у меня там улучшение какое-то. Да улучшилось таки. Так. Все, это у нас выходной. Значит, выходной мы оставляем в покое. И тянем сюда зеленую ерунду. Так, давайте мы ее как-то вот так вот прихреначим. Так, это сюда. И получается в итоге то, что надо. И это то, что надо. Надо теперь отсюда взять. И вернуть на общую ленту. Так, на общую ленту вот туда. Если предположить, что мы здесь не будем делать каких-то кардинальных изменений, то выгоднее всего тогда сделать вот здесь. Так, просто скопировать еще раз такую хрень и к ней присоединиться. Так, сейчас тут временное переполнение, но я думаю, что это надолго этого не будет. Так, что там у нас за улучшение накопилось? А, покраска у нас улучшилась, хорошо. Ух ты ж, японский бог.
Это очень забавная форма, кстати. Так, ну этих прям до хрена тут, слушайте. Так, ладно, я понял. Я понял. Такая нас история не устраивает. Нас устраивает вот такая история. Только, наверное... Так, как там сделать-то вот так? Во. Значит, здесь мы просто подключаем, а здесь подключаем вот так. Ну, так будет получше, я думаю. Да? Ну да. Довольно забавно. Так, теперь нам надо, помимо того, что нам надо ждать, у нас появилась еще одна новая увлекательная форма, состоящая из обратного этого солнцеворота. Блин, несчастного, который мы уже и так эксплуатируем по-черному. Мы из него уже это говно делаем, а сейчас надо будет еще делать. Так, а как мы можем это улучшить? Не, ну в принципе, когда конвейеры пойдут побыстрее, будет вообще хорошо. Но пока-то их нет. Пока их нет, есть некоторые проблемы. Так, давайте мы тогда засплитнемся еще вот сюда. Так, засплитнемся в две вот эти вещи. Ох, и тогда мы можем, в принципе, пока оставить это в покое. Надо просто создать их гораздо больше, чем их есть в данный момент. Так, вот эту вот фигню мы тогда можем избавиться. Ну, не знаю, сколько я могу их вкачать. Ну, сколько-то могу. Ну, давайте просто сделаем вот так. Прям скопируем вот эту штуку целиком и полностью. У нас там запас вверх есть большой. Специально его оставляли на всякий пожарный. Так. Ну, теперь это просто разворачиваем назад. Я думаю, что мы можем даже сделать еще лучше. Если мы, допустим, здесь делаем пару таких хреней, а вот отсюда сейчас по-жесткому прям выведем чуть по-жесткому. Можем отсюда чуть по-жесткому вывести? Угу. Так прям по-жесткому особо ничего не выведем. Но эту фигню можно переделать, конечно. Так, а если мы просто вот так вот упростим себе задачу? Так. Блядь, да что ты делаешь? Так, упростим себе задачу и запихнем эти ерунды вот сюда, например. Так, вот у нас теперь получается добыча, которая у нас вклинивается абсолютно везде здесь. Таких хрени у нас теперь должно быть хоть жопой жуй. Ну, в принципе, оно примерно так и получается. Да? Ну да, практически полный конвейер теперь. Угу. Ну, ладно, неплохо. Так, неплохо-то неплохо. Как я могу это еще качнуть? Так, я могу это качнуть. Но это никак уже не качнется. То есть это я, в принципе, могу, конечно, так сделать, но это ни на что особо не повлияет. О, вот так могу. Будет такой тетрис по добыче полезных ископаемых. Ну, вообще, мы засрали ее от начала до конца, надо сказать. Может быть, это и не такая уж плохая идея. Так, а если мы так... Ну, раз уж на то пошло. Если мы ее еще раз улучшим. Так, ну, как-то, не знаю, вот так вот возьмем. И еще подфигачим, ну, какое-то количество.
не знаю насчет вот такого количества, на самом деле. Ну, давайте. Чё бы нам? Чё, бешеные собаки, 100 верст не крюк. Так, чё-то я там не то расставляю. Так, это подключаю, подключаю, подключаем. Так, все подключаем. О, ну так сделаем, по красоте. Так, ну теперь здесь прям реально до хрена. Так, реально до хрена. И теперь нам что-то будет не хватать. Наверное, производительности самой вот этой приблуды. По крайней мере, если будет не хватать именно ее, ничего удивительного в этом не будет. Мы можем ее прокачать. И забирать оттуда потом дальше, после вот этого сплиттера. Можем так сделать? Я думаю, что можем. Прям берем, копируем. Берем, копируем. И куда-нибудь вот сюда после сплиттера вставляем. Я не уверен, что она будет хорошо работать. Я на самом деле не уверен, что она вообще будет работать. Так. Давайте мы тогда продыряем сюда. О, вот так вот сделаем. Так, не, ну что-то он там будет делать, по-любому. Может быть, не очень дохрена, но делать будет. Так, значит, вот в этом сплиттере мы уже мешаем говно с повидлом. Значит, до того, как мы замешали одно с другим, нам надо будет... Ой, господи, сделать волшебство... Из вот этого вот смешения и покраски. Нам надо будет взять эту форму, покрасить ее фиолетовой и сложить ее с белым кружком, который у нас тут, которых у нас тут очень мало, кстати говоря, белых кружков, потому что белой краски ни хрена не осталось. Угу. Да, с белыми кружками в стране напряженка. Белую краску мы, короче, выжираем вообще абсолютно всю. Блин, мне бы конвейеры побыстрее. Но до них еще прилично. А эта фигня вообще еще не начинала копиться даже. Хм. Не, ну, белую краску мы... Ладно, белую краску мы знаем, как решить. Так, ну тогда нам нужен покрасочный цех. Для того, чтобы перекрасить вот это в фиолетовый. Где бы его только взять? Пока непонятно. Так, ну что, давайте возьмем тогда такой вот покрасочный цех. Так, забираем его. Мы, в принципе, можем располагать его прямо здесь вот недалеко. Ну, чуть-чуть, правда, отступить надо будет. На всякий случай. Так, ну как-то вот так, я думаю, вполне себе нормально. Так, берем покрасочный цех. Делаем здесь еще один сплиттер. И запихиваем. Так. Что там надо запихнуть-то вот сюда? Так, и запихиваем. И отсюда у нас пойдет фиолетовая вот эта вот херня. Проблема теперь только в том, что нам нужен где-то фиолетовый цвет. Фиолетовый цвет мы можем либо сделать из красного и синего, либо дотащить. Но тащить его сюда далековато. Проще взять вот этот красный и синий и просто его здесь сделать. Ну, как мне кажется. Для того, чтобы взять красный и синий и просто его сделать, нам нужна будет вот такая штука. Так, вот такая штука нам будет нужна. Это здесь, кстати говоря, получается в итоге белый. А нам нужен просто фиолетовый. И ничего нам больше другого не надо. Поэтому берем вот так. Отрезаем вот эти вот штуки. Копируем их отсюда за 1200. Так, и идем сюда, где у нас тут есть и красный, и синий. Здесь вот они у нас есть. Мы тогда покраску фиолетовую можем организовать прямо вот тут. Или вот тут. Например. Красный здесь есть, синий здесь есть. Вот сюда можем его запихнуть, а полученный результат, только место, да, немножко отступить, а полученный результат, да, запихнуть дальше. Я думаю, что так мы и сделаем. Так, ну хорошо, теперь нам нужны красные и синие. В большом количестве. Да, красные и синие, да, красные и синие. Я уже начинаю сомневаться немножко.
Так, 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 так. Хоп-хоп. А здесь хоп-хоп. Вот так вот сделаем. Так, хорошо. Давайте захреначим сюда красный для начала. Сюда для начала захреначим синий. И по идее сейчас мы должны увидеть фиолетовый. Да, фиолетовый есть. Ладно. Еще, может быть, мы будем его для чего-то использовать, куда-то отслюнять, поэтому пока вот так. Теперь нам надо этот самый фиолетовый цепануть аж вот здесь. Так, ну что ж, прекрасно. Фиолетовая хрень у нас есть. Так, фиолетовая хрень. Нам таких фиолетовых хреней надо две. И в промежутке между ними должна быть белая сфера. А вот с белыми сферами у нас кирдык. С белыми сферами прям вообще все нехорошо. Причем их даже не то чтобы очень сильно хорошо можно масштабировать, даже если мне это потом можно будет сделать. То есть если я вот отсюда, допустим, буду забирать сферы, не делить их между собой, а забирать, то мне тогда нужно прям перепроизводство этих сфер, чтобы их было очень много, прям до хрена. А сделать я это не факт, что смогу. Либо мне просто сделать еще белые сферы из чего-нибудь. Например, взять вот здесь вот фиолетовый. И просто взять еще белый. И сделать сферы. Потому что сферы здесь есть. Вот они. Сферы еще вот здесь есть. Сферы, в принципе, небольшая проблема. То есть красный и синим еще зеленый к ним примешать. И из этого может... Так, давайте-ка действительно вот так, наверное, сделаем. Сделаем себе еще один белый здесь. Белые сферы локального масштаба. Еще, может быть, мы этот белый куда-нибудь отсюда запихнем. Так, немножечко отступаем. Этот красный, эти сферы нам не жалко. Мы можем им пожертвовать. Так, и заберем, допустим... Что можем забрать отсюда? Ну, мы можем, во-первых, вот эту вот синюю линию сюда переложить. Тогда мы можем зажахать сюда. Ну, вот этот синий цвет. Так, это у нас пойдет... Готовый выходной. Он у нас идет сюда. И теперь мне нужно сюда добить зеленый. Блин. А вот зеленый я наебался. Надо было по-другому делать. Так, а могу я сразу... Хотя нет. Проще так. Проще руками разместить, чем чертежом. Так, проще руками, чем чертежом. Так, вот это вот мы совмещаем одно с другим. И давайте, наверное... Чтобы место немножко поэкономить, вот так вот сделаем. Так, значит, отсюда мы забираем. И сюда мы выводим. Так, и получается у нас вот такой вот цвет. Симпатичненький. Симпатичненький цвет, только я опять наебался зеленым. Блин, он мне нужен не в таком виде, а вот в таком. Так, вот это мне не надо. Потому что мне сейчас надо будет еще раз приделать сюда покрасочный, из которого мы будем делать уже белый. Так, и тут сейчас будет жопа сверху. Но ладно, мы еще эту жопу сейчас подправим. Так все равно будет проще. Вот так вот сделаем. Так, теперь надо подправить жопу. Удалить отсюда все лишнее. Так, синий мы отсюда вставляем. Так, вот эту хрень. Так, отсюда у нас пойдет потенциальный белый. А вот сюда надо будет потенциально завести. Так, специально завести два вот этих вот света. Во-первых, вот этот. Мы его отсюда забираем и сюда ведем. Так, вот эту вот штуку мы просто так прокладываем. Так будет попроще нам тогда подключиться. Пам-пам-пам. Так, сюда заказываем один.
И теперь мне надо сюда же запихнуть второй. Я думаю, что мы его потащим вот отсюда. Вот отсюда мы его потащим. Так, хоп. 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 И... вот так вот хоп. Я надеюсь, что прокатит. Так, ну вот мы получили кусочки белого. Теперь это наш собственный личный белый, который мы можем как угодно использовать уже здесь. Плюс, соответственно, мы можем его вот сюда завести и зациклить на вот эту хреновню, где она тут есть у нас, вот сюда. И тогда у нас будет поменьше проблем с белым. По идее, по крайней мере. Так, ну что ж, теперь нам нужны белые... Нет, что нам нужно? Да, белые сферы нам нужны. Или, может быть, сделать паузу. Давайте сделаем паузу. Белыми сферами-то займем в следующей серии. Спасибо, ребята, за внимание. Удачи и всего вам доброго.